Легкотня. Изи-катка. Вообще. Не почувствую. Изи-пизи. Мы сейчас как жирафа-мартышка с тобой. Ты ела бабку сегодня? Угу. Я нет, а ты? Я даже нет, слава богу. Ура! Ура! Я так знала! Кто? Кто-то? Чайки на поле летают белые. Всю тренировку. Всем привет! Меня зовут Настя Ананева. Меня зовут Лера Безенкова. Я Елизавета Лазарева. А я Вероника Куропаткина. И сегодня мы ответим на вопросы о Беларуси. Топ. Это будет долго. Ну что, погнали. 10-й матч в пульке против ЦСКА. Да начнется бой. Ну вообще логично, трактор из-за картошки. Зубр. А кто трактор? Я вообще не помню. Я помню там такие как крестики. Там. Нолики. Нелинкина там... любимая игра. Почему Лана? Лана, солнце. Да не гадай. Надо подумать. Смотри, Белоруссия, зерно, трактор. Солнце. Ну, зубр точно не к нет, трактор тоже там не был. Либо солнце, либо луна. Да. Ну, я за солнце. Типа, может быть, под солнцем картошку собирать? Давай, ладно. Солнце. Трактор. Тр-тр-тр. Так я же сказала солнце. Не гадай, не гадай. Так ты все наугад. Да я варианты. Думаю. Не ругайся. Думала. Легкотня. Изи-катка. Вообще. Не почувствую. Изи-пизи. Ну мы солнце сказали. Еще раз вопрос, еще раз. В принципе, мы можем и не играть дальше. Да. Жираф-мартышка точно нет, это вообще что-то южное. А, первое волк. Волк леса? Мы сейчас как жираф-мартышка с тобой. Зубр и аист. Как будто вот, не знаю. Как будто вот у меня что-то либо там зубр, здесь зубр. Почему я хочу зубр аист? Волк леса, либо зубр аист. Вообще, первое ножницы. Волк леса. Как будто бы волк леса, но... Ну а с чем сейчас? Ну это же что-то схожее с Россией, у нас что, волк леса тоже есть. Зубы... Ну у нас медведь вообще-то. Ну да, но волк леса-то тоже что-то... Ну там везде какое-то животное есть. Это как семейство животных. Ну ладно, я бизи уступаю. Спасибо. Зубр и аист. Зубр и аист. Аист типа много населения приносит детей. Картошки сверху кидает. Зубраист. Меня смущает то, что зубры тут и там в вопросе. Ну, типа, может быть, это как... Да, это как в правилах дорожного движения, когда какой-то... Да, давай положимся. Да, на правила дорожного движения. ПДД. Зубр и аист, наш вариант. Я доверяю своей напарнице, я хочу... Скажи мне об этом. Скажи мне об этом. Я не скажу, вам скажу. Потому что почему-то... Потому. Потому что потому. Я видела у них аиста. Тут. Летает. Скульптур. Мне кажется, да. Приятно с вами работать. Классно, как классно. Это все потому, что мы в один день родились. Реально-то? Да. Разница 3 года? Да. Я календарь переверну. И снова 3 сентября. Я не буду показывать, потому что вас нет. На фото я твое взгляну. Последнее точно нет. Смотри, тут плюс-минус как до Москвы. Как от Питера до Москвы. Потому что я знаю, что девочки ездили, там перевозили что-то. Так и лететь примерно столько же. Я еду вот там буквально там 6... Ну вот 513 это где-то плюс-минус 6 часов. 718, я думаю. Не, 920. Да нет такого варианта. Неважно. Тут лететь? Час 15. Да. А до Питера чуть-чуть побыстрее. Я думала, типа, 800 с чем-то. Но там 1200, это как до Челябинска практически. Ну да. А, там же трасса сокращенная есть. Давайте 700. Там же сокращенная трасса, по которой ты просто по прямой едешь и все. Где там? Ну, от Москвы до Питера. А.
Ну, тут же по-любому обязательно, давайте 700. Ну, тут долго, да, то есть тут не так, что прям вот... Конечно, ну, там еще граница. Давай, окей, давай, 720. Сколько? Ну, ехать на тачке как до Питера, мне кажется. Да, 718 или сколько там? О-о-о-о! Еще раз. Эх, и двумя. Блин, нифига себе, круто-то вообще. Нифига себе, круто в один день вот тебе и трасса прямая. А как правильно вот эта трасса называется? М1, Минск-1. М1. Yes. Часто ездишь на тачке на Питер? Да каждый день. Один раз. Туда и обратно. Два получилось. На Рафаэла похоже. Буква А. На барабане 500 очков. Чем же сейчас картошка-то появится в этом вопросе? Да по-любому. Ну что, да. Про Беларусь и про картошку ничего нам тут не задали? Я не верю, как будто бы это. Как будто бы. Крошка, картошка? Ну, может быть. Да. Ну, да. Но, с другой стороны, крошка, картошка – это точно русский этот основатель. Я так читала. Так это, ладно, это... Они же картошка. Чупа-чупс. Чупа-чупс. Крошка-картошка. Я с тобой соглашусь, спасибо. Ну ладно, ты, короче, за крошку-картошку, потому что картошка? Ну да, потому что как можно про Беларусь нам рассказывать? Ну, может быть, открыл Рафаэль какой-нибудь. Варан. Буткевич. Мне просто ич, поэтому и она тоже за нашим столом сидит. Чупа-чупс, говори. Да говори, крошка-картошка. Ладно, давай, хочешь картошку, давай картошку. Потому что неформально, но в Рафаэлло как-то очень такое... Романтично. Ну, хотя библиотека так. Тоже, не знаю, романтика некая присутствует в ней. Да чупа-чупс. Крошка-картошка. Давай. Давай. Крошка-картошка. Хорошо. Следующий твой. Картошка. Рафаэлло. Можешь скинуть попробовать? Куда? С 10 этажа. Ладно, давай. Рафаэлло, я только сейчас поняла, что это не имя. А то, да? Что это конфета. Здрасте. Тогда точно картошка, без вариантов. Мы, наш вариант. Крошка? Картошка. Нет. Правильный ответ. Не крошка-картошка. Пока. Я говорила. Рафаэлло? Да похоже на чупа-чупс. Но ничего страшного. То есть там на эмблеме чупа-чупса вот эта библиотека Беларуси? Нет, ну вот это вот здание библиотеки, на нем чупа-чупс. А, все понятно. Все ясно. А почему в этом выпуске ни одной картошки нет? Будет все. Две ошибки есть. Больше не будет. Нормально. Будем надеяться, что они хуже. Как и в том году. Ну, короче, первая классная. Да. А вот третья – бабка, копытка, колобок. Бабка, копытка. Копытка по-любому есть. И бабка тоже какая-нибудь. Колдуны тоже есть. Ну, как будто бы бабка вообще не блюдо. О, боже. А копытка, ну, типа копыта, а колобок – что-то связанное с лепешкой. Ну, да, скорее всего. Колобок, не, ну, еще, ну, бабка... колобок еще круглый, похож на картошку. Ну, о, говорит. Колобок есть по-любому. Хлеб, может, у них так называется. А бабка? Бабка. Без детки. Ну, бабка это прям... Ну, как-то грубо, как будто бы. Ну, да. Ты съела, ты ела бабку сегодня? Угу. Я нет, а ты? Я тоже нет, слава богу. Ну, да. Ну, колдун... Хотя колдун это тоже как будто человек. Ну, если оно это как-то мягче звучит. Ну да, колдуны. И точно это есть. Это этот, как эти, как их? Драники только, колдуны, типа с котлетой сзади. Колдуны, да? Копытка по-любому. Бабка, думаешь, нет? Я думаю, бабка. Опустим, колдуны, ну копытка как копыта, типа? Или там, может быть, приготовление какое-то бить, копыть? Например? Ну, типа, может быть. Отбивать что-то, ну, да, а потом... Да, да. А колобок прям вообще лепешка для меня. Да, да, скорее всего. Колобок это лепешка. Детям на заметку. Да, если вы не знали. Я доверяю тебе. Спасибо.
Че, правильно? Говори, да колобок! Бабки, бабки нету. Нет, нет бабки в белорусском меню. Ура. Ура. Ой, вкусно. Зверское название. Вкусно, но название, конечно, не очень придумали, как будто бы. Лучше бы было бы... Колобок. Да. Колобок, у них хлеб есть? Лучше бы бабки не было. Я про блюдо. Кто не понял? Ха-ха-ха. Что-то все подходит. Белые крылья, да нет, какая? Синие вообще не подходят. У них ни во флаге нет этого. Ни... А у них, кстати, форма синяя вроде есть, нет? А, такая? Ну да. Но у них такая не синяя, а фиолетовая. Ну такая, такая, да, что-то. Что-то непонятное, как будто ну, синька, да, а да, не синяя. Ну смотри, у них во флаге, получается, есть зеленый цвет и красный. Белые крылья, да, там? Ну это аист, это их... Кстати, ну молодцы тоже подходят, зеленые, да, у них да, зеленые есть да, во флаге. Там зеленые молодцы? Давай, я так думаю, правильный ответ, зеленые молодцы. Синие птицы? Вот ты видишь двое, два крылья два и птицы? Что-то связано, да, наверное, это... что-то из этого. А у них синяя форма есть? Форма у них, кстати, какая-то домашняя синяя. Мне вообще молодцы нравятся. Ну, мне тоже. И вот эти белые крылья, да? Ну, белые как-то, аист же тоже белый. А синий как бы, и птица тоже, это другое. Ну, да. Белые птицы, крылья, либо зеленые молодцы, ну, нормально. Да? Хотя аист это не прям... А, ну да, символ. Давай за белые крылья? Давай. И красиво как-то. Давай. Белые крылья. Потому что белый этот... И крылья надежды. Почему я ничего не знаю? Белые крылья? Я доверяюсь Насте. Белые крылья. Фух, я уже не могу тут на измене сидела с этим колобком да бабками. Да ужас. С дорожками. Ура. Вот это доверие. Ну потому что, типа, белые эти, они там кто-то. Чайки на поле летают белые. Всю тренировку. Бабка-нарушка. Бабка-нарушка. Это бабка нарушила ПДД. К слову. Реально. Ульяновский замечен на бабках. Почему ульяновский? Не ну знаю. Ладно. Только им гордные. Вообще. А, Гончаренко белорус? Окей, погнали. Давай. Ну мы же не знаем, допустим, Кубань, она давно была, хотя тренер молодой достаточно. А крылья только зашли, но кто знает, что там было до. Крылья вот. Советов. Почему? Кубань тренировал точно? Да. 100%? Да. Ты знаешь? Да. Все, хорошо. Крылья советов. Ну и в крыльях он вообще не работал. А ты уверен? Да, 100 очков. Ладно. Крылья когда были, он в ЦСКА работал, потом он перешел в Краснодар, и вот сейчас он в Урале. Mm-hmm. Он в пути регионов. Выберем крылья тогда. Yep. Крылья советов. Я люблю футбол, я думаю о нем, я отгадаю все вопросы ваши, мне вообще. Да. Задавайте все, что хотите. Киса. Хота. Хота. Кто еще? Беляева. Алена, которая Алена вратарь. Беляева. Погнали. Беляева, Кисканин, Хота. Зестинова. Нет, она уже не играет. Так она играла же. А, кто сейчас играет? Сейчас, да. Беляева. Мне кажется, еще есть муж ее четвертый. Да муж твой. Нет, дело же о женском. Тихон. Тихон. А, она белорусская. Я просто то, что она ушла. Я только трейдная. Давай еще думать. Давай. Российский паспорт. Мне кажется, все равно четыре, кто не затерялся. Ну, по сути, мы можем знать только про их две команды. С Шупо точно никого из русских нет? Нет, в Динамитске нет. А здесь тоже Белка, Кисканин и Хота. Больше никого вроде. А, Осеч. Не... Осеч. А она сейчас русская? Здесь. Да. Ну, четвертая. Да. Четыре. Не дай бог, мы кого-то забыли. Блин, я просто вообще не знаю, кто у них играет. Ну вот в аренду нос. Нам не обязательно кого-то знать оттуда. Нам важно знать, кто от нас ушел. Ну, так да. Же легче. Ну да, три, наверное. Ваш ответ? Три.
Ура! Это кто? Вратарь. В Енисее была. Блин, я еще забыла. Я вообще не знала. А где у вас еще? Да, я не знаю, где она здесь. Она, они тоже не отгадают, ничего страшного. Хотя, там же Ананька. Она же вратарей в тех мире знает. Почему ты думаешь? Да вратари все своих сородичей знают. Я же говорила, четвертая затерялась по-любому. Я думаю, Таиланд. Я тоже так думаю. Хорватия. Ну, это понятно. Вот, кто Сербия еще? Точно, точно нет. Выше. Таиланд, да, потому Ямайка, что Ямайка, я думаю, тоже классная футбольная команда. Да, Таиланд, 100%. В Таиланде только можно отдыхать, я знаю. Ямайка. Ямайка, я думаю, стоит посетить страну. Таиланд по-любому строим. Сербия, там не Вена, она не может быть. Хорватия же классная команда? Да-да. Ну что-то я... Блин. Подожди, мы играли? С кем мы играли? Не знаю, мы не с Хорватией играли, в Китае? Когда мы 4-0... 4... Да, с Хорватией? Ну не, но все равно они не хуже, я думаю. Но Хорватия мужская сильная, а про женскую как бы мало. Слушай, ну я знаю только по молодежкам. Типа хорошая команда. Хорватия? Ну крепкая такая, да, команда. Сербия по-любому выше, потому что они в том году с Германией сыграли в отборочном, да. Выиграли. Ну, либо Хорватия, либо Ямайка теперь остается, если не Таиланд. Да почему не Таиланд? Может, запутанность хотят. Кто еще? Таиланд? Вот Таиланд или Ямайка? А у Ямайки Таиланд? Вообще есть женская команда? Ну, я знаю, Таиланд играли, они вот сейчас с Габи там играли. А, да, значит, они Ямайка. Короче, Хорватия. Да или нет? Давай, давай, да. Нет, подожди. Да я... В твоих руках сейчас, возможно, наша победа. Да почему мы их-то? Это... Давай, твои руки. Ямайка. Давай, все, отвечай. Пофиг, как ответишь, я тебя прощу. Реально? Да, завтра заберешь, прощу. Ямайка. Я так знала! Завтра забью, простит. Почему ты Ямайку выбрала? От обратного, типа, от противного? Да, да. Я так и подумала. Хорватия. А, ну они же вообще... Зубр. Тебе что так зубр зацепил? Да когда-нибудь он должен быть правильный. Зубр. Федорова. Тигр. Да, зубр. Тигр. Ну я не знаю. Я зубр. Мой братан, тигр. Мне нравится зубр. Боже. Либо кот, либо лис. А, или зубр мой. Mm-hmm. Ну тигр нет, наверное. Нет, что-то я слышала, типа лис фамилию. Mm-hmm. Нет. Я зубр слышала. Психологические эти пошли. Подожди. Марина? Я видела вон там вот на теории. По-моему, лис. Я еще обратила внимание, всех прочитала. Звонок другу. У нас что, доктор берем, что ли? Телефон мой возьми. Кто подскажет? Не знаю, у меня, например, в ванной сзади картина, там лиса. Давай лис. Давай. Лис. Слушайте, может, ванна поможет? Да, картина? Ванна, пожалуйста. Давай. Мы выбираем лис. Ну, я тебе доверяла. Доверься мне. Я тебе доверяю. Зубр? Да давай зубр. Ну, может? Давай, давай, давай. Зубр. Ну, я думаю, кот. Ну, я же говорила, что лис была фамилия. Ну и чё, я хотела зубр. Ну, ладно, зубр, зубр. О-хо-хо! Я видела. Ну, я чё, всегда а выигрываю. Так у нас нет права на ошибку. Это не тот год, когда Кожа была президентом россиянки? Чего? Да? Не так? Честно скажи. Не так? Ну, был президентом россиянки? Тяжело. Очень тяжело. 12-й год. Цыга играла, Элка играла. Я еще даже в Москве не была. Берендеевой? Для нее фамилия? Родионова. Реально? Значит, Берендеева и не играла. Получается так, потому что была Родионовой. Циба играла, Элка играла, Кожа играла. Да ты только и потому что знаешь, потому что а может, вечно играла. А может, Элка не играла? Может быть, сколько ей было лет тогда? Да какая разница? Да, может, ей паузу дали. 12-й год, это мне 10 12 лет. Лет назад. Это 36 минус 12, сколько будет? 24. 24? Охренеть, это мне еще 12 лет можно играть? Кайфы. Паузу дали.
дали сыграть другому вратарю. Все возможно. Такое может быть, но не факт. Но Цимба в связке. Центральные защитники. 100% играли. Родионова. Она тоже играла, я думаю. Ну, я думаю... Гадалки не ходи. Ну, возможно, это был не самый важный матч, а товарищеский. Дали поиграть всем. Молодым. Вратарям. Кроме? Мы выбираем Тодо. Мы выбираем Тодо. Он согласен, Тодо. Ну, какой ответ? Доверишься, подруга? Я доверяю. Ответ? Тодо. Защитников бы я вряд ли убрала, я бы убрала. А с вратарями практика такая... На товарищеских матчах? Да, типа. Ага, да. Так да, что да, то да. Эльвира, не болей. Я. Я точно, если я... Да, да. Я помню ту игру, Свистунова дебютировала. Ну все. Маша наиграла. Вчера видели на видеопленке. Жарко забила. Ну, Долгова не играла. Долгова была в октябре. Свистунова точно была, я видела на видео. Машина Жаркова была. Забила, машина и машина была. Была точно три. Значит, остается Долгова. Долгова. Правильно. Реально она не играла? Ну, потому что три играли, логично, что она нет. Ну, как говорится, братья, все люди. Получается, ничья. Вы недовольны? Ну да. Мы играем только на победу. Чё это нам? Одно очко-то. Нам надо плюс +3. Тогда. Получается. Да, спокойно отыграемся. Ну, точнее, как отыграемся? Да, не будем. Не будем. Победила дружба. В кому? Интеллектуальной игре. Бесит. Пожмем им руки. Колечко. Спасибо. Давай поцелуемся. Давай. В студии. Все, можно? Все. Всем спасибо. Всем спасибо. Надеемся, наш ролик вам понравился. Подписывайтесь и смотрите женскую сборную России. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно. Не обижайте бабок. Любите лис. Увидимся на футбольных полях. Всем пока. Пока-пока. А в воротах играла Кристина Слащинина, которую сейчас тут. О-о-о. Нифига. С дебютом. Ты 12 лет назад было. Всем спасибо, все свободны. Надеемся, наш ролик понравится. Смотрите телеканал «Пятница» после 12 ночи. Какой пятница? Ну, я шучу. Я и не сомневалась. Да, мы шли только за победы. У нас один как, путь. Нет, путь да. К мечте, путь самурая. Путь к первому месту, путь к чемпионату. К солнцу. Путь к лисе. Путь к лисе. Путь к бабке. К зубру. К зубру, правильно, да. К зубу. И аисту. И без кариеса, главное. Да. Приходите в нашу школу Dentists. Кура лис.